Футбол большой начинается с детства. На первенстве Московской области среди 12-летних мальчишек команда детско-юношеской спортивной школы Щелковского района встречалась с соперниками из Ивантеевки. Настрой на игру был очень боевой, и хотя все еще не совсем по-взрослому, и поле меньшего размера, и время игры сокращено, но в остальном все уже очень всерьез. Сам футбол получился очень непростой. Первый гол в ворота Ивантеевки воодушевил наших ребят. Но в какой-то момент был удален с поля вратарь, играли в меньшинстве. И пропустили два лишних мяча. Проиграли не с разгромным счетом, 3-5. На сайте Федерации футбола Московской области имеется итоговая таблица. Щелковцы заняли 8-е место в своей подгруппе. Даже такой результат для нашей команды, которая занимается футболом в спортивной школе около года, это уже успех. Тренерская работа с мальчишками идет ежедневно, по полтора часа в день. Команда набрана со всего района. Из разных школ, да, здесь даже люди у меня из Монина, из Чкаловской приезжают, со Сверловки. Здесь местные ребята, кто-то в одном классе учится. Вот. Ну и объединение, и по жизни они и дружат, и в команде, в принципе, все дружно у нас. Наша задача попасть хотя бы в середину. Я живу футболом, мне нравится этот спорт. Я даю всю душу в него. Если мальчишки чувствуют плечо друга, и на футбольном поле тоже, объединены целью попасть в первые строчки турнирной таблицы, у них это обязательно получится. Верится, за этими ребятами будущее нашего футбола. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».